Серега в перископе. И раз, два, три. Здорово, друзья, здорово. Как у вас дела? Что у вас хорошего? Как проходит ваш день? Привет, Челябинск. И вам, Лена. Я нахожусь в зале, здесь уже темно становится. Сейчас на аэробном тренажере похожу. Дурацкий кардиотренажер. Ну что у вас хорош? Надо селфи-палку взять. Блин, я уже устал, если честно. На голове полотенце. Что я занимался, чтобы не потеть. Могу для вас специально снять. Ну что, друзья, у вас хорошие. Да тут некого показывать. Блин, тут конди идут. Сюда встану. Ты ослеп из моей лысины? Хожу по дорожке минуточек 5. Вон мой велик стоит. Кого вам показать? Тут некого показывать, друзья. Гошан поехал куда-то тусить. Так что я один теперь. С этой руки, наверное. Как у вас там хорошего? Как у вас там в России? Холодно? Дубак? Чё, хреновая связь? Я снимаю на свой телефон на Wi-Fi зала. Wi-Fi на всех. Привет из Орска. О, привет, Даша. Спасибо большое, я уже позанимался. Решил поболтать. Сейчас, может, придет Епифанцев. Может, пойдем перескопить. Типа того. Кто-нибудь знает Епифанцева из вас? Покушать принес, да. Да, зеленый слоник. Все верно. Вы, я смотрю, в теме. А тайтельки печенья. Вы помните этот ролик? Бадюк уехал уже в холодную Русь. Русь-матушку. Ну, типа того. Типа, может, мы выйдем все в онлайн сегодня. В этот мужской клуб. А может, не выйдем. Посмотрим. Посмотрим. От нечего делать. Оп, я с дорожки боюсь грохнуть. Шаня вечером вроде приезжает на Пхукет, как я понял в его инстаграме, с семьей. 1000 бур, я думаю, вряд ли, с моим весом 111 килограмм. Я спал, Дашу, два раза. Сначала поспал, в 6 лег. И в час лег. 12. В России есть немного. Немного скучаю. Огромный? Так вот.
Витя Минихин. С чего вы взяли, что он ждет меня в Лос-Анджелесе? Я бы с радостью приехал в Америку. Я сегодня заливаю видео, и сейчас приеду домой, его, наверное, загружу. Так что, скорее всего, через часик оно будет. Кому интересно, можешь посмотреть. Это будет путешествие в Малайзию. Путешествие качка в Малайзию. Ну ладно, сменил обстановочку, показал вам зал, потом будет посветлее. Покажу еще. 5 минуток с вами потрещал. Наверное, хочется говно новостей. Да, Шуль, надо делать. Надо делать. Времени нет. Работы. Работы. Отвечаю всем на сообщения. Заработал, блин, много денег зато. Зато никуда не ходил, даже в зал. Такие дела. Не нравлюсь лысым. Но если бы мать прорекламировала, жизнь бы удалась. Зато репутация моя была бы чуть хуже. Ладно, вот банк. Вот он. Щелчочек. И все. Бай. До новых встреч. Уже дома, наверное, увидимся с вами. Целую. Пока. Всем мир. Удачных тренировок. И счастья, здоровья. Дашуля. Спасибо большое.